Ребята, всем доброе утро, просто добрейшее, потому что я счастлива, мне нравится книга. Я вчера читала просто до того момента, пока у меня глаза не стали закрываться. Ура! Я говорю о книге «Гемомисо Централ Парк». Я сейчас на 162-й страничке. Вот уже это больше половины, вот эта часть осталась. Ну так, чуть-чуть больше половины. И здесь я поняла, почему эти отсылки идут к прошлому нашей героини, потому что, я понимала изначально, что они как-то будут связаны с этим, но там были такие подробности, что мне казалось, они, ну, вообще совсем никак не нужны, но нет. Мне кажется, сейчас прям вот это все к чему-то придет, но я буду надеяться. Кстати, фишка того, что я думала, что это будет похоже на фильм один, не оправдалась. Поэтому этого точно уже не будет. Хотя я все равно еще почему-то лелею надежду, что закончится так. Во-вторых, Яромир буянит немножечко. Во-вторых, здесь очень прикольно раскрывается расследование. Прошлое связывается вот с настоящим. И очень прикольно начинается расследование именно в настоящем времени в Нью-Йорке. И даже то, что здесь куча клишированных мест Нью-Йорка, оно уже не портит. Уже интересно прямо. Я тоже по Google картам хожу, уже все полностью прониклась в атмосферу. То есть беру все свои слова назад. Я, возможно, вчера была какая-то просто злая, что у меня никакие книги не идут. Так что пока, сегодня мне все очень нравится. Прикольно прошлое сочетается. Но иногда суждения героини, они немножко странны. Один ее поступок меня так разозлил, потому что там была затронута такая триггерная для меня тема, которая для меня очень болезненная. И то, как повела себя главная героиня, я просто ее не смогу за это простить. Я очень на нее зла за это. Мне кажется, это поступок такой очень неправдоподобный, нелогичный. Но это лично для меня. Так что даже несмотря на это, мне все пока очень нравится, это реально захватывает, так что я думаю, вот скоро дочитаю Централ Парк и надеюсь, мне прям понравится. А мы с вами должны открыть адвент-календари. С вами открывать. Сегодня же 3 декабря, правильно? Тут, кстати, еще и задание. Но мы с вами обойдемся без заданий. Третий день Яромир тут немножечко надкусил, но нужно открыть вместе с вами. Ого, что-то тут у нас такое маленькое и кругленькое. Смотрите, это Мишка и какая-то круглая конфета. А, Буэна, класс, кусочек Буэна, я Буэна, кстати, обожаю. Так, Буэна оставим. Тут у нас нужно найти. О, сразу же глаз упал на 3 декабря. Так, тут, скорее всего, 25 дней, я так предполагаю, потому что там же 25 числа Рождество, поэтому... Ой, открыла, ой, порвала случайно немножко. Ой, да, ух ты, кругленькое что-то, вот такой вот тюленчик, Яромир очень любит тюленчиков, будешь тюленя держать, ручка моя. У нас сегодня какой-то особенно снежный день. Идет снег, и все такое беленькое и неслякотное пока. Ура! Ты зашел, кстати, у нас, какая у нас погода? А? Сколько у нас градусов, не смотрел? Не знаю, градусов минус 2, наверное, 3. Наверное, так. Ну, кстати, приятненько гулять, да? Ну, ветер обычно, да, есть какой-то. Ну да, ветер противный. Мы сегодня снова без колясочки. Кстати, снова. Когда ты еще ходила? Вчера же я ходила забирать это книжку Wildberries. И... идем пить кофе. Просто мы сегодня зайдем в магазин, нужно там для дома кое-что купить.
потом за пирожными, а потом за кофе с трубочками со сгущенкой и домой. Так немножко просто прогуляемся. Мы с Женей вдвоем не выходили уже 100 лет, да? С августа, наверное. А, мы в августе тоже не выходили. Не выходили, в больницу положил. Когда мы с тобой вдвоем выходили? Когда мама в прошлый раз приезжала? Зимой там. Зимой, ого! И то, там я еле ковылял. Куда мы ходили-то? Ну, в город. Ого! Мы, наверное, туда не ходили. Не, ходили точно. Да? Что я не помню. Помню так что, давно. Когда, помнишь, когда у меня колено еще вылетело? Да. Ну, зимой. Вообще. То есть, ты еле ходил туда? Да. Ну, ты сейчас еле ходишь. Ладно. Я вам хочу рассказать про книжку. В общем, у меня случилась любовь со второго взгляда. Мне осталось меньше 100 страниц. Это страничек 90. Я сейчас на какой? На 226-й. Это так интересно. Я всегда была уверена, что Гийом Мюссо — это автор романтической прозы с каким-то таким, знаете, ну, не как автор. Не Джорджа Моэс. Более такое таинственное, более детективное, может быть, но все равно романтическое. Здесь мне больше напоминает реально Франко Тилье. Здесь и серийные убийства, и какие-то улики, и сбор доказательств, улитки. Что-то жуткое, улитки, и что-то жуткое и мрачное. То есть здесь настолько стало интересно, я просто сейчас не отрываясь читаю. Вообще, мне безумно нравится, так что, мне кажется, я сейчас думала, что брать следующим. У меня есть еще одна книга Гийома Мюссо. Мне кажется, все, я сейчас ее следующим прочитаю. Очень мне нравится, я прям вообще не отрываюсь, у меня страницы летят. Очень нравится и закладочка с авокадо. Мне в последнее время ужасно нравятся магнитные закладки. Раньше я их не очень любила, сейчас, мне кажется, так удобно. Книги улиток нет, если что, я подумала, что может быть с ним неправильно. Это знаешь, как из серии, помнишь, мое любимое видео, типа, и запах. Книги улиток нет. Не, ну я уже подумал, что типа, ты сказала улитки, ты повторила, и все подумали, что там реально, что будет с улитками, связано, будет ждать. Это у меня, это запотеет сейчас? Или я не протерла объектив? Ну я хорошо вижу. Ну да, я запотевшая какая-то. Не, она будет сфокусироваться на мне просто. Может, кстати, а кто здесь свет лучше, чем вот сейчас. Так что идем мы через дорогу. Ну как сказать, по подвалу. Подъездную, да. Вот, и пойдем в магазин. Захотела красивый кадр. Ставлю. Хватит зевать. Какую песню ты поешь? Динозавр. Динозавр. Ар-ар-ар. Пришли мы сначала в Виталюр, но мы здесь купим только пирожное. А уже кофе в другой кофейне, в нашей, в которой мы все время ходим. И нам кофе, и маме кофе. Такая маска уже, я через нее вообще дышать не могу. Черепашка-ниндзя. Да. Я помню, когда я первый раз надела, я Женю оставила в кофейне, и сама вышла, что человек просто невозможно мне дышать. Мне плохо, видите, она поджимает тут щеки. Ну, бипантен на все случаи жизни. Попала в тебя. Я даже не попала. Чтоб ты попала. Нет, я хотела в Жене попасть. Расскажу вам историю про снежки. Учился, короче, в школе. И у нас, короче, мы сидели, какие-то чуваки опаздывали на урок. И они зашли, ну, веселятся такие, сели на задние парты. А оказывается, они принесли снег и слепили из него, ну, этот шарик, снежок. И пока они сидели и лепили, ждали момент, чтобы кому-нибудь кинуть на уроке. Подожди, стой секундочку. Чё? Да ёлка. Короче, чтобы кинуть кого-то, он так затвердел, чтобы в камень превратился. И они кинули, и промазали, и он в доску с таким грохотом, и так, как будто реально камнем. Ну и, короче, все получили там отход. Ты такой милый.
Кстати, здесь еще есть классная черта в этой книге, что бывают моменты, когда я просто в ужасе, как герои могут делать... Ужас после снега, какая намятая. Как герои могут делать такие странные вещи, но потом все эти детали прямо объясняются сразу же, так намеками, ну, типа, не знаю, там угнали машину. Я думаю, ну, это же ужасно, они же, ну, сразу же в поиск будет. И там через 20 страниц она говорит, уже все в поиске, скорее всего, успела она заявить хозяйка машины, поэтому все, надо ее бросать. То есть сначала кажется, что как они могли украсть машину, даже очевидно, что в поиск заявят. Меня вот это раздражало некоторые такие моменты. И таких моментов, ну, штук 5, наверное, уже было, и потом все объясняется. Это плюс огромный автору. Это так круто! Я просто в восторге, как можно заранее, точнее, сделать так, чтобы люди, которые посмотрели прошлое видео, все равно взяли почитать Central Park. Доставай все книги, проверяй, все ли на месте, все ли в наличии, все ли привезли. А тут смотри, змея. Змея, как змея делает? Змея так вот делает, да? А это папина уже книга, она такая тяжелая, наверное, она тебе поможет. Смотри, это папина. Ничего, она большая. Ребята, просто посмотрите, какая огромная коробка с книгами мне пришла. Она такая тяжелая, я даже не знаю, сколько она весит. Быстренько вам сейчас покажу, что здесь. 13 книг. Ирвин Стоун. «Жажда жизни». Надо сюда складывать потихоньку. Уильям Фолкнер. «Звук и ярость». Кстати, мне так нравится больше, раньше перевод был «Шум и ярость». Может, потому что нам в универе как «Шум и ярость» рассказывали, у меня такая привычка. Ну, «Звук и ярость» все равно, потому что «Шум и ярость» перевода нету, ну, вроде как. Это не принципиально, посмотрим. Потом я подсела на детективы и триллеры и заказала Гиллиан Флинн и ее «Острые предметы» в мягкой обложке. Ну, не особо хочется сильно уж тратиться на твердую обложку в таких детективах, которые ты раз читаешь и все, поэтому... В мягкой обложке Гиллиан Флинн. Я смотрела «Исчезнувшая» только фильм, но мне очень понравилась развязка из серии «Как я просто обожаю», поэтому я Гиллиан Флинн так кредит доверия дала большой, поэтому «Острые предметы» уверена, что мне понравится. Оставлю на потом то, что здесь. Во-вторых, мне девушка в комментариях советовала у Сары Уотерс прочитать «Дорогие гости», и я «Дорогие гости», если честно, хочу прочитать больше ее тонкой работы. Поэтому Сара Уотерс, скорее всего, Сара Уотерс познакомилась именно с этой книгой. Потом услышала, кого же я услышала об этой книге. Я оставлю здесь ссылочку, покажу у девочки. Не помню. Если честно, найду. Духовка Сильви Плат. Она рассказывала об этой книге, что она прямо разбила ей сердце. И по описанию мне очень понравилось. Хотя до нее, я до ее обзора вообще не слышала об этой книге. Очень рада, что узнала. Потом «Девятый дом» Ли Бардуго. Понятия не имею, особо отзывов не слышала о прочитанном, но все равно решила, потому что это не фэнтези-роман, насколько я знаю, Ли Бардуго. Я вот не оставляю надежду полюбить Ли Бардуго. Это попозже. Не думаю, что вам понравится, но я прям в восторге. Во-вторых, я хочу в 2020 году, мы с Алисой вместе решили познакомиться с Достоевским, тут его братья Карамазовы. Толстенная книжечка, мне нравится именно в этом издании, потому что, возможно, мы с ней что-нибудь вот похожее снимем, как я снимала «Войну и мир», только вот на «Братьев Карамазовых», поэтому в такой обложке буду снова делать кучу пометок. Надеюсь, что Алиса согласится именно делать в таком влоговом формате, хотя она первая сказала, что хочет их прочитать, поэтому
мы вместе, надеюсь, что-нибудь придумаем с Достоевским. Потом тоже «Год благодати». Я не была уверена, что буду читать эту книгу, но мне очень много в комментариях про нее писали. Я решила, что все закажу. Женя читал «Иллюмины». Ему очень понравилось. Так, на четверочку. И попросил мне заказать Гемина. Вот поэтому тоже вот у нас теперь будет в коллекции. Я думаю, что я тоже дочитаю «Иллюмины» и возьмусь за продолжение. Ну, как-то жалко читать одну книгу и не прочитать продолжение. Кстати, она по формату такая же, но она намного толще. Кстати, сколько здесь страниц? В «Иллюмины» было 500, по-моему. А здесь, ладно, проспойлерю сейчас, может, не буду. 659, то есть, да, она действительно толще. Так, Женина сейчас компьютер не выдержит. Вот сюда положить. Потом, еще три книжки осталось. Во-первых, у меня... А, я же вам засветила, ну ладно. Я прочитала «Щегла», расскажу тоже в прочитанном. Надеюсь, что удастся в декабре снять, но не уверена, может быть, в январе, поэтому... Я решила дальше знакомиться с Донной Тартт, и ее тайная история меня бесконечно привлекает, поэтому Донна Тартт. И книжки, которые я буду читать прямо сейчас, потому что я уже говорила, что меня тянет на такое очень легкое, очень приятное чтение. По типу Анны Джейн и ее «Любовь-ненависть», но я думаю, вы уже догадались, что это будет. Это две книги Аси Лавринович. Я очень долго сопротивлялась. Очень долго. Мне казалось, что мне 100% не понравится, но я все же дам ей шанс, потому что у меня здесь две книги. Первая — это «Поцелуй под Амелой». Ну, здесь понятно, Амела, поэтому это рождественская новогодняя атмосфера. И вот сейчас она, посмотрите, как тонюсенькая, сколько здесь, даже не хочу спойлерить на всякий случай, хотя очевидно. Здесь 224 странички просто за один день должна прочитаться, ну, за два, так как буду не помногу читать, мне очень хочется, прям очень, вот ее взять. И вторая книга, это самая, наверное, знаменитая, с чего началась прям бесконечная популярность Аси Лавринович, это ее «Влюбиться за 90 секунд». Ой, как я надеюсь, что мне понравится так же, как Анна Джейн, здесь 320 страничек уже потолще, но классно. Берем, вот, откладываем особенно «Поцелуй под Амелой». Очень надеюсь, мне очень нравятся обложки. Боже мой, какие красивые обложки у этих книг. Потрясающие просто. Я в последнее время обложки с книгами просто обожаю. Пожалуйста, Аси Лавринович, понравься мне. Вот такая стопища новых. Я так счастлива, пойду их рассматривать, трогать. 2 секунды, нужно же вам еще рассказать про Гийома Мюссо. И, ребят, быстренько расскажу вам еще про Гийома Мюссо. Дочитала я Central Park. Я уже вам сказала, что читала не отрываясь, просто невозможно было. И мне так понравилось, вот лично от меня. Я очень... вдохновлена книгой, мне безумно понравилась концовка, я обожаю такие повороты. Но эта концовка не для всех, возможно, кому-то она покажется наигранной, возможно, кому-то покажется, что просто автор слил идею хорошую, но я такое просто бесконечно люблю. Мне кажется, тоже на два лагеря просто разделится впечатление. Те, кто любит обычное расследование или необычное расследование, вот то есть... Не буду, естественно, ничего спойлерить, мне бесконечно понравилось. И вот слушать именно в аудиоварианте я буду сейчас сразу же возьму за Гийома Мюссо вторую книгу. У меня есть его «Ты будешь там». Мне очень понравилось. Просто спасибо всем, кто все-таки советовал и настаивал, чтобы я прочитала ее. Необычная концовка, где-то трогательная, где-то грустная невероятно, обнадеживающая, трагичная. Все вместе есть в этой концовке, все, что я люблю. Необычная, она очень необычная. И мне нравится, что все моменты, которые я вот себе в голове наметила, знаете, чтобы сказать, что я сейчас буду вот негодовать, что вот это не раскрыто, автор раскрывает нам, но не до конца. Я думаю, вот сейчас будет во мне бабуська сидеть, которая будет негодовать в конце книги, но в самом конце все полностью по пунктикам нам раскрывается, и это невероятно круто. Может быть, это все-таки немножко наиграно, просто ради того, чтобы сделать такую запутанную головоломку, возможно... Не совсем естественные мотивы тех или иных поступков. Да, я согласна, здесь можно что-то негативное сказать по поводу этой книги, но мне это понравилось, это именно как вот такая игра запутанная, где прям вот распутывается такой огромный крутой клубок. В общем, я в полном восторге, но тоже на ваш страх и риск. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что другие книги Гийома Мюссо будут точно такими же необычными, неожиданными. Ай, красота! Пойду я дальше читать, играть. С вами кладем обратно Central Park, прочитана прелесть, и достаем вот Гийома Мюссо «Ты будешь там»,
по описанию, я в этой книге вообще ничего не поняла. Главный герой потерял свою жену там какое-то время назад, и все. Видимо, как-то с этим справляется. В чем тайна будет, неизвестно. Так что будем мы с вами на сегодня прощаться потихоньку. Очень рада я, что хотя бы одну книгу я наконец-то в этом блоге, в этих влогах закончила, потому что было ужасно стыдно. Все, начинаем с вами вторую, и уже увидимся с вами завтра. Всем пока!